Специально для подписчиков Underground Art. Так, мутим тотем. Я думаю, с этим уже все ясно. Время идет, клей сохнет, доски склеиваются. Тут тоже все понятно. Получается вот такая вот заготовка, которая должна превратиться в голову, замыкающую всю композицию сверху. Сначала выбор пал на ворона, но в итоге остановились вообще на какой-то непонятной штуке. Стрёмной. По ходу действия появляются все новые и новые идеи. И наши мордашки продолжают обрастать деталями. Достаточно так? Снизу тоже сюда надо, да? А я решил насверлить тут немножко отверстий, в надежде создать интересный декоративный элемент. Вообще получилось так, что в тот момент каждый из нас занимался чем-то своим. И, как по мне, вот это состояние всеобщей увлеченности самое классное в совместном творческом процессе. Мы его прям ровно, да, делаем? Да, а там вот дальше угол. Ну, клюв не помещается. Клюв, наверное, в приоритете или что? Ну, в смысле, зад убрать. Зад убрать, а клюв... А клюв оставить, да. Вот так? Да. Куда-нибудь в уголок пойду, побрызгаю. Оставить, ну, блин, тут, конечно, эти все линии засрались. Можешь сейчас подкрепить комнату. Вообще пусть подсохнет. Довольно этот. Попугай. Попугай даун. Блин, такая прелесть. Попугай даун. Классный. Оставьте меня так. Мне норм. Превалирующая часть элементов тотема были придуманы уже в процессе создания, в том числе имена и названия. Yeah. Печёночный сосальщик. Мы разделили обязанности. Я продолжаю лепить разноплановую символику, а Рама всецело занимается печёночным сосальщиком. Работы хватает по обоим фронтам. В состав тотема будут добавлены символы мужского и женского начала, а также значок доллара и инь-янь. Есть ли между ними какая-нибудь связь? Может быть и нет. Да и какая разница, когда фрезеровка идет полным ходом? Дайте нам только границы, нам пофигу чего вырезать. Что-нибудь другое заебашь. Я уже говорил, что у Рамы есть опыт в резьбе по дереву. По-моему, да. Мне понадобилось меньше часа, чтобы справиться со всеми значками. Я заметил, что уже немножко поднаторел в этом, и работа стала занимать гораздо меньше времени, чем раньше. Что касается нашей пташки, то тут торопиться не нужно ни в коем случае. Она и так довольно сложная по исполнению, плюс там еще и крылья в комплекте идут. По итогу я просто охерел, насколько круто все получилось. Рама тащит. Наконец убираем последние шероховатости, дабы наш тотем приобрел завершенный внешний вид. При финальном осмотре было обнаружено свободное местечко и электрогравер. Еще один дебют в копилку. С резьбой закончили. Ну, это было как минимум интересно. Учитывая то, что резали мы по пару часов по ночам, вся работа заняла у нас около месяца, может даже чуть больше. Разумеется, просто так мы его не оставим. Та-дам, морилочка. Я не буду закатывать все в один цвет, потому что считаю, что это тупо. Избирательно морим конкретные элементы. Ну а что же делать с остальным? Максимально расширяем палитру. Были приобретены всевозможные оттенки. Дуб, лиственница, мокко, махагон, палисандр и орех. И чтобы удобнее было ориентироваться, пожалуй, замучу образцовую дощечку. Сразу будет видно, что из себя представляет та или иная морилка.
Алло. Алло, здорово, Ром. Короче, я... у меня морилочка приехала только в 11. Я вот сейчас у тебя в гараже, вот сейчас пробую. 6 цветов. Ну все, давай. И 7-й. Тоже дуб. Хотя на предыдущий дуб вообще не похож. Наебалово. Точно. Ну а теперь навскидку. Какие цвета будут лучше сочетаться, контрастировать. В общем, где какой оттенок уместнее, туда его и льем. Конечно, одного слоя будет недостаточно. Пусть пока первым пропитывается, есть еще чем заняться. Еще? Пора примерить сосальщика на его законное место. Для этого нужно выпилить пазы. Ага, тут у нас кончился бензин. Бензин, блядь. Пришлось обращаться за подмогой. Дружба, ёптать. Хотя так себе вариант. В итоге решили высверливать и порциями вышибать стамеской. Блядь. Ладно, не страшно. Радикально. На этом этапе необходимо подогнать все детали на свое место. Ну, чтобы не заниматься этим уже в процессе установки тотема. Основной цвет столба должен быть достаточно темным, поэтому предварительно обжигаем его перед морением. Уже казалось, что все сделано, но всякие мелкие доделки вылезали постоянно, отчего складывалось впечатление, что все это может продолжаться бесконечно. Пожалуй, это у меня самый крупный проект. Но вот что интересно, возвращаясь к нему вновь и вновь, я понимаю, что совсем не устал от него. Напротив, мне было по кайфу делать все это от начала и до конца. Ну и, конечно, работа в команде. Каждый из нас хорош в какой-то конкретной области. И в совокупности у нас получилось сделать все действительно круто. Ядрик поглубже вколотить будет, да? Ну, тогда будут висеть правые стороны. Бля, прикольно. Наконец, все готово. Осталось только обработать тотем антисептиком, чтобы он вообще бессмертным стал. Давай. Какая-то она пушистая. Не слышно даже. Это концентрат, который нужно разводить 1:4. Раз, два, три. Может, поядрёнее сделать? 4. Поядрёнее? Добавил. Чтобы понажаристее было. Ну да. Заявлено, что простоит 35 лет. Впереди день X. Надо подготовиться. Знаете, бывает такое, когда в зимних вещах встречается старый куртец. Ты такой думаешь, блядь, он такой пиздатый. Почему я его не таскаю? А потом вспоминаешь, почему. Одни сплошные дырки и потертости. Да хрен с ним, с тотемом. Вот реально полезный лайфхак. Нашивки. Все очень просто. Маскируем ими проблемные места. Проходимся утюгом, и вуаля! Курточка как новая. Красиво, гениально. Вот, наконец, настал тот день, которого мы так долго ждали. Выдвигаемся на место, где будет водружен тотем. Нужно очистить подход, чтобы потом без проблем дотащить его туда. Ставить будем капитально, с применением пескобетона и битума. Битум! Эта сторона будет туда ставить, дальше. Пора прикрутить крылышки на место. И с целью гидроизоляции покрываем нижнюю часть битумом. Так, его надо будет потом вертать. Кто-нибудь там оператор, нет, короче, вращение там у вас будет присутствовать, нет? Вообще не будет.
сразу в беду. Да? Сразу его ставим и все. Торжественный момент. Ну вот. Надеюсь, он никому не помешает и какое-то время еще постоит. Интересно посмотреть, как он переживет зиму, ну, вообще, как он поведет себя в суровых лесных условиях. Но это еще не все. На радостях я изготовил скамеечку для медитации, на которой изображены основные лики тотема. И я хочу разыграть ее среди участников моей группы. Все условия будут в описании. Но там ничего сверхъестественного. Репост, и через недельку мы выберем рандомного победителя. Возможно, она уже твоя. Тебе предстоит только сделать первый шаг навстречу. Кстати, у меня тут Инстаграм появился. Туда я буду заливать всякий предрелизный и эксклюзивный материал. Да ж ты художник, блядь. Куда ты лезешь? Опять тебе говорю, сука. Если тебе интересно, то подглядывай. Ничего страшного.